Уверен, значит вооружен. Старшее поколение обучают приемам самообороны. Причем для этого не всегда нужна физическая сила, считает преподаватель по самообороне ЦСО Александр Черепенко. Каждую среду он учит пенсионеров простым и правильным приемам, которые легко выучить и применить на практике. Обороняться учат. Какие-то, если нападения есть, то мы можем как-то это защититься, уклониться от этого, от нападающего. Я вообще люблю очень спорт. Я раньше занималась, и на фитнес ходила. Но здесь мне тоже нравится. Занятия по самообороне, специально рассчитанные на людей старше 50, учат не столько драться, сколько направлены на укрепление здоровья. Нормализуют давление, пищеварение, укрепляют иммунитет и позвоночник. Еще одна опасность, которая может ожидать на каждом шагу на улицах города – гололед. Как правильно сгруппироваться и приземлиться так, чтобы не допустить переломов и ушибов, также учат на занятиях по самообороне. Мы индивидуально работаем, потому что каждое падение надо отрабатывать. Сначала самого маленького, положить человека, поучить его правильно, рукой мах сделать, как правильно подстраховаться, как голову держать, как колени держать. Учим их падать, уметь сделать самостраховку, подстраховку во время падения. И чтобы они просто даже на улице, если подскользнулись, они могли правильно сгруппироваться, упасть. Уроки по самообороне – одна из составляющих факультета физической культуры и спорта университета третьего возраста. Занятия посещают более 10 студентов золотого поколения. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.